Светлые вести на радио Гамаёк. На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – это состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калиновому мосту. Изъявим и ступим в тот мир, что сказочники называют Навью, а ученые кличут Dark Matter – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога. Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос. 25 февраля, ровно в 14:00. Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4. Светлые вести на радио Гамаёк.